Ой, девчонки, как мы друг друга понимали. Это просто удивительно. Ну, мы начали встречаться. Ну, я представила себя Венерой Милоской. Она же голая позировала. Ну, а я что, хуже? Алло, Марин, приезжай ко мне. Да, мне очень хорошо. Ну, приезжай, все расскажу. Да, девушка, можно мне заказать набор для скалолазания? Да, для профессора. И набор резьбы по дереву. Виталик? Привет. Что ты тут делаешь? У нас здесь сейчас тренировка. А можно я тоже с вами потренирую? Зачем? Ты меня обещала взять. Какую ножку. Ну, попробуй. Давай. Не страшно? Это ты давай бойся. Древние религии. Может, спросишь о них свою бабушку, которой ты платье одолжила? Я бестия. Я девочка не пай. Я стерва. Простите за мой французский. Все, кто мне дорогу строит в рай, могу отправить точно. И по-русски. Но в исключение весело играть, когда на это веские причины. Могу котенком за мгновение стать, побять их любимого мужчину. То есть, кто это или что это? Сама Лилит сюда пожаловала. Мы можем как-то ее попросить, чтобы она больше сюда не приходила. Я не могу этого сделать. Ксюш, можешь пожить у меня какое-то время? Ну, конечно, что ты спрашиваешь? Вот как вы думаете, чем написана эта картина? Она нарисована женской грудью натурщицы. Ты что, совсем обалдел? Одно дело рисовать и показывать это своим чокнутым друзьям. А второе, дарить моей сестре? Я все понимаю. Твое вдохновение, лежа на земле. Твои эти вешалки в мусорке. Но дарить картину моей сестре, нарисованным какими-то голыми сиськами, это невыносимо. Привет. Куда? В Париж. Да, Михаил. Париж — это круто. Но я уезжаю в Лондон. Там, говорят, шопинг покруче. Уезжаю на полгода. Пока все магазины не обойду, не вернусь.